Новости из Запоребрика. Тут пришло две таких новости. Одна, ну, одна просто на грани, я бы сказал, ну, анекдота, что ли. У Пескова поинтересовались журналисты по поводу того, что знает ли Путин о том, что в Таганроге произошел взрыв, что-то взорвалось в центре города. Но они говорят, что наша ракета прилетела. Вроде там видно на видео, что что-то летит, но они собирают осколки и до сих пор не могут определиться, какая же ракета. Почему-то стали говорить о том, что это либо С-300, либо С-200. Хотя С-200 настолько древний комплекс. Они есть у нас, но они ж не... Я не слышал такой информации, чтобы их там кто-то переделывал в проект «Земля-Земля». Но неважно. Важно, что ответил Песков на этот вопрос. Песков сказал, что Путину пока еще не докладывали о том, что случилось в Таганроге. То есть они либо боятся ему доложить, либо вообще уже не ставят в обязательность того, что... Потому что идет саммит, и вот Путину некогда. То, что в Таганроге что-то взорвалось в центре города, и, возможно, как они говорят, ракета попала в центр города Таганрога, саммит важнее, чем жители Таганрога. Вот такая вот анекдотическая ситуация.